У нас в районе продолжается традиция чествовать 90-летних юбиляров. Свой юбилей отметила жительница села Вольная Субботина Евдокия Михайловна. С круглой датой ее поздравил глава поселения Мурат Хагуров, пожелал имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни. Евдокия Михайловна, мы слышали вас юбилей, решили прийти вас поздравить с вашим замечательным юбилеем. Спасибо, пожелать вам счастья, здоровья, семейного благополучия. Уже много лет и так живу. Мало. Анна Светлана Анатольевна, дайте. Здесь у нас поздравление от президента Путина, от нашего. От Путина. Это лично от него письмо, поздравление. Ага. Ну, а этот конверт от поселения, от района. Глава тоже хотел приехать, но он не смог, так что тоже свои поздравления. Свои, да, от главы района поздравления вам и от главы поселения. Евдокия Михайловна – труженик тыла и ветеран войны, инвалид третьей группы. Сын давно погиб, и живет она одна. Вот уже 25 лет находится на обслуживании у Боловой Нелли Ивановны. Работали кем раньше? Работали. Да. Кем? Да, да, да. В лесу работала, на пашне. А вы в колхозе, не в колхозе? На Урале я работала. На Урале. Традиция поздравлять юбиляров будет продолжаться и в будущем.